Благотворительный показ для Динары Дегтяренко устроила православная молодежная группа Нижнекамска совместно со школой кино и фотографии «Зебра». Напомним, Динар болеет артрогриппозом, не может ходить, и у него с трудом работают руки. Про Динара я впервые услышал на одном из занятий нашего православной молодежной группы. Вот, мы просто услышали, что нужно помочь мальчику собрать ему 20 тысяч рублей на поездку в Петербург. Но, слава богу, мы сумели это сделать, вот всей нашей молодежкой. А сейчас мы с ним подружились и продолжаем знакомство. Сейчас мы узнали, что ему требуется 40 тысяч рублей на корсет. Когда пришла посылка, в ней оказались костыли. Костыли? Ну да. А игра заключается в том, чтобы найти что-нибудь, чему можно порадоваться в любой ситуации. Для просмотра выбрали фильм режиссера Сара Хардинг «Поллианна». Фильм выбран не случайно, потому что история Поллианны схожа с историей Динары Дегтяренко. По сюжетной линии главная героиня попадает в тяжелую жизненную ситуацию. Сначала она теряет родителей, а потом в результате аварии у нее парализуют ноги. Поллианна не может себе помочь, и тогда весь город приносит тепло своих сердец к ее дому. Чудо, конечно же, свершается. Она выздоравливает. Поддержать Динару, посмотреть фильм пришли его друзья. Мы познакомились с ним недавно на летних каникулах. Мы поговорили с Динаром. Он нам очень понравился. Такой общительный, хороший мальчик. И с ним интересно всегда разговаривать. Он много чего знает. Всегда с ним можно найти тему для разговоров. Динар, я желаю тебе скорейшего выздоровления, хороших преданных друзей и чтобы ты успешно сдал ЕГЭ. Если и вы хотите помочь семье Дегтяренко, номера реквизитов можно узнать на нашем сайте ntrtv.ru и у мамы Динара Светланы по телефону 8 917 872 35 68. Алсу Рахматуллина, Ренат Харасов, новости НТР.